От профессии мечты Алексея Мухтулова отделяют всего 5 вопросов в билете. Юноша берет себя в руки и сражает строгую комиссию блестящим ответом. И, наконец, те главные слова, которые здесь хотят услышать все. Экзамен вами сдан, вам присваивается квалификация водителя трамвая 3-го класса. Работайте и повышайте свой профессиональный уровень. Сразу после экзамена в отдел кадров оформляться на работу. Алексей говорит, ждет не дождется выхода в рейс. Управлять трамваем для него – настоящее удовольствие. Как на коне, на высоте. На высоте всех видишь, все видишь, как на коне. Сегодня в учебном центре ТТУ выпускные экзамены сдают первые слушатели курсов. Желающих управлять вагоном почти 30. Те, кто правильно ответит на все вопросы билета, уже завтра отправятся в рейс. Выпускники должны в совершенстве знать устройство трамвая, правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи и психофизиологические основы водителя трамвая. Город-мегаполис. 60% перевозок в городе осуществляется именно нашим предприятием, трамвайно-троллейбусным управлением. Это огромная масса людей, огромная сеть, ответственность за жизнь, здоровье и все такое прочее. Работать приходится в условиях очень сложных водителям, и мы учим их, как сделать так, для того, чтобы можно было привести нервную систему в порядок, и чтобы она не влияла на качество выполняемой работы. А эта группа слушателей только начинает осваивать водительское мастерство. В учебном центре ТТУ новый набор. Меньше чем через полгода они смогут пополнить кадровый состав трамвайно-троллейбусного управления. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.